Салам алейкум всем. Господа, вот взяли ветчинницу, перчаточки одеваю. Я тут травму просто на руке получил небольшую, я в прошлый раз показывал, не хочу этот, чтобы этот, как его, гигиен. Вообще по технологии ветчина делается из свининки. А у нас, угадайте, что будет? Совершенно верно, халал, конина. Поехали, други мои. Тут элементарно мы конинку берем, по волокнам разделываем. По волокнам, чтобы нам в мясе, в колбасе потом она не встретилась. Так, что мы имеем, господа? Чистенько, видите как? Все супер. Мясо. Из вот мяса немножко жилок, это я буду перекручивать, чтобы зубы себе не ломать. Теперь делаем кубики на колбаску. Так, господа, ингредиенты. Соль поваренная, на глазок так мы раз, пару щепоток, соль йодированная обыкновенная, тоже на глаз, слегонца я дам черного перца, ну, други мои, зелье приворотное, душу свою держу на контроле. Она у меня такая. Сейчас только чуть раз расслабься, разбежала. И все это я замешиваю. Хорошо промешиваем. И отправляю. Так, тут посмотрите, я вот вырезал такие кусочки, это будет колбаса, а это вот эти вот с жирком я сделаю, пущу через мясорубку. Но предварительно, я говорю, это все просолится, простоит, напитается. Хорошо промешал. Все, на сутки в холодильник, будьте с нами. Прошли сутки от нашего замаринованного мяса. Как я говорил, вот с прожилками мы сейчас отбираем для фарша мясо. С прожилками и с жирком. Вот кубики, видите, нарезанные какие. Это фарш. Берем наш фарш, в мясо вбухиваем. Да, кстати, господа, это не для рецепта, ничего. Это чисто мое изобретение, не знаю. Я даже не знаю, получится она колбаса у меня или нет. Будем надеяться. Я еще никогда промах не давал. Хорошо вымешиваем. До чего прошел прогресс? Погляньте, что у меня есть. Елене Петровне подарил, не помню когда. А тут решил, думаю, что вручную мешу. Сейчас мы...
Итак, мы сняли, вот что мы имеем. Посмотрите. Не знаю, что с этого получится. Взяли. Положили. Продули. Запихнули. И швырнули. Еще раз. Посмотрите, какие волокна. Там все тянется, все это слегка прессуем, насколько там возможно. Я думаю, сейчас мы пару раз тряханем, долбанем, все как дома будет. О, у меня еще одна получится. Не рассчитали мы. Поэтому я и говорил, первый раз, первый класс, хочу уплотнить потуже, поплотнее, для себя делаю. Так. Оп. Что я думаю? Еще раз. Еще раз. О. Делаем вот так. Закладываем вот так. Примеряем. Ну, у меня, как его, дурь есть. Сила есть. Ума не надо. О. Дело мастера боится. Да? О, какой мы имеем сотейничек. Но я вам, други мои, скажу, что сила есть, мозгов не надо. Я еще тогда добавлю сюда. Еще добавил. Выпускаю по возможности весь воздух. Делаю такую скруточку. Блин. Залезать может? Нет, там надо как-то воздух. Не, ну тут он мертвый, блин. Вот это, по-моему, я и погорячился. О, нет, по-моему. По-моему, погорячился вот сюда. Да. Все-таки мозги надо. Халал, чистый халал, господа. В Казахстане все знают. Это вот чуть лишнее. Пользоваться термометром тоже не буду протыкать. Фишка этой ветчины, кониной ветчины, в том, что я ее буду готовить в афганском казане. Мы на дно поставили блюдце, или как, решетка с нашей сковородки российского производства. Сейчас я ее покажу. Заливаю вот столько воды. Она покрыла только ее. Опускаю на центр шарах. Все. И закрываю. Зажгли. А что так осторожно? Ну там же банка стоит. А. Что если уронить? Проверяю
Лапана. Все, погнали. Ну что, вот он запарил. Мы делаем, огонь убираем на маленький. И 1.5 часа. Погнали наши городских. Прошел 1.5 часа, мы отключили и стравливаем пар. Будьте нами. Пар спустили. Откручиваем. И приоткрываем сейчас крышку, все, и несем домой. Он стоит. Там откуда-то жир взялся. Берем, просто ополоснем. Остужаться. Будьте с нами, не уходите. Обязательная дегустация моя. Конечный результат. Я вам честно скажу, вкусно, невкусно. Всем привет! Мы на канале Дед с Фабричного. У Радомирки есть такое дело. Так, прошли сутки. Или как? Не сутки, ночь. Ночь. Посмотрите, как она прессовалась. Вы видели, как я ее прессовал? Там вон что. Это вон что. Вот это колбасень. Так, что тут? Аккуратненько берем. Раз. Снимаем. Да это же козы. Это не козы. Колбаса. Так. И посмотрите, какая жесткая структура. Срез посмотрите какой. Так, тут вот пустота почему-то образовалась. Запах. Ну, запах, да. А, сногсшибательный. Ну-ка, пробуй. Дайте Дед с Фабричного мне попробовать. Радомир, пробуй. Дед с Фабричного, дайте, пожалуйста, ребенку кусануть. Обалденно. Обалденное мясо. Как, Радомир? Нормально. Нормально. Говорят, первый блин комом, да? Нет. Все шикарно. Чуть-чуть я солью не угадал. И вот эти дырочки, конечно, да? Неэстетические. Мне так плохо напрессовалось. Наверное. Будьте с нами. Но вкусно, да? Обалденно. Душа моя. Ну правда, ну сколько можно, а? Ну сходи, вымени, возьми мясо, вымени зелень, чуть приготовь. Господа, ед осу! Так, сейчас говорю, ой, опять, ну я прям не могу, не могу, ну посмотрите. Страдает мужчина посмотрите. От мяса. Посмотрите. Дайте ему пучок зелени. Занька, сними это ближним планом. А теперь вот бульончик, посмотрите, я накрошил туда курд. Курд это сушеный творог. И моя непременно, ну ё-моё, ну как это можно вот это вот кушать без хлеба, а? М-м-м.
Фантастика! Будьте с нами!